Новые удобные кровати, тумбочки и вместительные шкафы появились в общежитиях колледжей Тверской области. В регионе завершается реализация программы по улучшению материальной базы учреждений среднего профессионального образования. К слову, вся мебель изготовлена и собрана здесь, в Верхней Волжье. С полным циклом производства от станка до установки на месте назначение ознакомилась наша съемочная группа. В 2023 году по поручению губернатора обновляется материально-техническая база колледжей области. В списке 43 общежития 36 организаций среднего профессионального образования. Объемы тоже впечатляют. Свыше 2000 шкафов, почти 5000 тумбочек и кроватей. А к ним матрасы и наматрасники, и комплекты постельного белья. Важно, что производителями мебели являются тверские предприятия, а при изготовлении соблюдаются все необходимые требования. Так на заводе «Метавр» делают металлические кровати. Здесь работает полный цикл производства. Более 3500 кровати мы делаем в срок за 3 месяца с поставкой во все колледжи Тверской области. И нам очень приятно, что мы имеем выполнить такую социальную миссию по обеспечению колледжей, профтехучилищ именно мебелью, значит, двухъярусными и одноярусными кроватями, на которых студентам будет комфортно отдыхать для того, чтобы потом хорошо учиться. Предприятия участвуют в программах поддержки среднеспециальных учебных заведений, помогать с мебелью и оснащением лабораторий. В Тверской области для колледжа изготавливают не только кровати, но и отшивают матрасы и постельное белье. С этой миссией успешно справилось швейное производство. Цех также в Твери. Там трудится целый штат закройщиков и швей, поэтому выполнить заказ успевают точно в срок. В данный момент наше предприятие выпускает комплекты постельного белья, подушки, наматрасники для общежитий колледжа Тверской области. Это порядка 10 тысяч комплектов белья, порядка 5 тысяч подушек, 5 тысяч ортопедических матрасов и 5 тысяч наматрасников. Кровати, шкафы и тумбы готовы, постельные и матрасы отшиты. Далее конечный пункт – комната студенческих общежитий. Одно из них находится в Твери. Студентка колледжа культуры имени Львова Владлена рассказывает, как изменился интерьер в комнате. Это моя комната. Вот. У нас обновились кровати, тумбочки новые. Также у нас новый шкаф. Матрас комфортный, толстый, мягкий, уютный. В общежитии проживают 290 студентов. Столько же и было закуплено кроватей. К ним тумбочки, шкафы. Последняя партия прибыла на прошлой неделе. Мы особенно благодарны за комплексный такой подход, но я бы даже так сказал, может быть, высокопарно, отеческую заботу, потому что это действительно так. То есть было продумано все, то есть не просто кровать, а кровать с определенным вот уровнем жесткости для наших студентов, это принципиально важно. Матрас с наматрасником, такая очень важная тенденция. Сегодня подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается одной из приоритетных государственных задач. В том числе не менее важны и комфортные условия обучения и проживания в общежитиях студентов среднеспециальных учебных заведений. Это не раз подчеркивал глава региона Игорь Руденя. Новая мебель поставлена уже практически во все общежития.